Всем привет, дорогие друзья! Взял у соседа по участку вот такой вот фильтр. Он ездит на КамАЗе, меняет, оставляет их прямо на участке. Ну, взял сперва с мыслью о том, что хороший, удобный такой стульчик, легкий, всегда можно посидеть, перенести, где-то отдохнуть, так сказать. Но оказывается, из него можно сделать отличный инструмент для стройки. Смотрите, что получится.
Вот такое вот строительное сито получилось из камазовского фильтра. Для домашних работ, для стройки, просеять песок, просто отличный вариант. Ширина ячейки 5×8. Очень хорошо будет просеивать. Кому понравилась самоделка, ставим палец вверх, подписываемся на канал и до новых встреч.